Это давеча продолжаем выпуск. Около 3500 призывников ушли на воинскую службу в прошлом году. Таким образом, план по призыву в Кировской области выполнен на 100%. Об этом сообщили сегодня в правительстве области. Вручить повестки не удалось 4,5 сотням юношей, но работа по розыску граждан активно идет. Для этого подключили и представители органов местного самоуправления, а также полицию. Кроме этого, на заседании сообщили, что только треть мужчин, которые ушли на службу, имеют отличное здоровье и обладают высокими морально-деловыми и морально-психологическими качествами. В основном кировчане не могут отправиться на службу из-за заболеваний терапевтического профиля. Второе место занимают психические расстройства, а затем заболевания хирургического профиля. Одним из основных факторов снижения завышенного ранее в Кировской области показателя В является постоянная методическая работа и контроль со стороны областной призывной комиссии с целью предупреждения случаев необоснованного и незаконного освобождения граждан от военной службы по состоянию здоровья.